Здравствуйте, Валерий Константинович. Это Макаров. Вот. Были у меня люди, покупали саженцы, очень много вопросов задавали. Ну, почему я сейчас решил сделать небольшой ролик? Очень многие жалуются по поводу деревьев. Но когда стали говорить про персик хасанский, что пропадает, и не без видимых причин. Я спрашиваю, ну вы посмотрели хоть от чего причина-то? Вы ничего не делали, ничего, все нормально посадили. Ну вот пропадает и все. А выкопали, посмотрели? Нет. Ну вот для тех, кто не копал, я сейчас покажу. Вот, допустим, у меня персик в прошлом году, на него позапрошлом напали водяные полевки, я спас его. Ну, конечно, он отстал в росте, в отличие от вот этого. Ну, прошла зима, до этого я ими занимался. Пришла весна, они не проснулись. Надо выкорчевывать. Это крупный персик сеянцевый от моего фаворита. Ну и вот, что он пропал? С какой стати? Пожалуйста. Стал его выкорчевывать. Вы посмотрите, что здесь творится. Вот она, та самая полевка. Вот посмотрите, как она объела корни. Видно же, да, что вот эта кожура живая, а это вот сняли. Вот, это я так. Допустим, где еще? Вот. Ну, вот он, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Дальше. Вот, посмотрите, здесь я специально зачистил. Вот прям полностью перекусили, одели. Дальше. Ну а здесь толстые, огромные корни. Оголенные, начиная отсюда. И вот, посмотрите. Где поели, где не доели. И вот там. Дальше, пожалуйста. Я специально остановился, думаю, людям надо показать. Зачистил. Хоть и некогда, работать надо. Вот этот ствол. Весь он, начиная чуть не от самого штамба. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот, явно зубы. И вот здесь была дыра, а вот уходящая от предыдущего дерева. Посмотрите. Я специально скорбочек поставил. То есть это зверек немного, даже крупнее крота. Питается и размножается зимой. Когда я не вижу и не могу их контролировать. Вот, пожалуйста, потери. Это я людям, чтобы они не грешили на персик, тем более хасанский. Надо вот с этими вещами бороться. Я уже как-то снимал ролик, как я из кротоловок, немного совершенствуя, делал прекрасные ловушки. Ну вот зимой, очевидно, все-таки они с того леса, от соседей, пришли снова на мою территорию. Опять придется воевать. А я уже больше года жил спокойно. Ну, вот огромное дерево. Огромный штамп. Вот, пожалуйста. Высотой было 3 метра. Вот такая вот штука. Вот такая вот беда. Так что разбирайтесь. Боритесь. И не грешите на качество самого хасанского. Вот, вот, вот. Вот. Вот съедает и кору, и древесина. Занимайтесь. Желаю успеха в этом деле.